И в начале новости из Олимпийского Рио-де-Жанейро. Событие, которое касается и нашего города, и всей страны, болеющей за российских спортсменов. Евгений Рылов на дистанции 200 метров на спине выиграл бронзовую медаль. Женя проплыл дистанцию за 1 минуту 53,97 секунды, что стало новым европейским рекордом. За последние сутки мы дважды выходили на связь с группой поддержки Евгения Рылова, которая все это время находилась в Бразилии и была рядом со спортсменом. И вот эпизод из разговора нашего корреспондента Татьяны Брыловой с директором физкультурно-оздоровительного центра «Дельфин» Гульнарой Романадзе за несколько часов до соревнований. Впечатление, конечно, ну, масштабное. Мы болеем, я думаю, вы нас, наверное, видите, потому что лучших болельщиков, наверное, в нашей стране нет, чем мы. Сердце выскакивает, просто нет возможности больше даже дышать от того, что происходит. Сегодня с тренером переписались, состояние у него нормальное, готов к победе. Ну, да, но если учесть, у нас очень сильные соперники. Мы думали только Ларкин, а тут, видите, оказались и американцы. Но он молодец, он собирает, он собрался в пучок, и он делает, нам иногда кажется, что это даже невозможное. Весь город видно как минимум. Я уже не говорю, что вся страна болеет за него, поэтому передавайте ему огромный привет. Мы будем держать кулаки и ждать победы. Да, конечно, передать вам спасибо большое. Как мы слышали от Гульнары Романадзе, Евгений с хорошим настроем подошел к ответственному этапу своего участия в Олимпиаде. Конечно, соперники достались серьезные. 21-летний американец Райан Мерфи, чемпион мира среди юниоров 2011 года, победитель чемпионата мира в Стамбуле в эстафете 4 по 100 метров и 23-летний Мич Ларкин из Австралии, один из победителей первенства мира в Казани в 2015 году. Они-то и обошли Евгения Рылова, взяв золото и серебро соответственно. По словам тренера нашего спортсмена Андрея Шишина, Евгений перед стартом сильно разволновался, что, конечно, сказалось на результате. И все же бронзовая медаль – это отличный результат. Молодой человек из маленького городка, тренировавшийся в обычном бассейне, сумел достичь таких высот. И мы уверены, что это только начало его олимпийских побед. Уже после выступления мы снова связались по телефону с Гульнарой Романадзе. Вот когда у тебя уже нет сил, ты не можешь не радоваться, наверное, не прыгать, а понимаешь, что сделано так много, что такой вот молодой парень, призер бронзовый, это же Олимпиада все-таки, и вот вся группа поддержки, весь коллектив, который вот переписывался, не спал, ждал и радовался. И, конечно, вот этот момент, хотели золото. И он был готов к этому, но, видимо, не справился с нервами. Уж больно знаменитые рядом плыли. Мы счастливы, вот, я хочу сказать. Супер! Конечно. В Ленинском районе бронзовый призер. Мы от всей души поздравляем Евгения Рылова с бронзовой медалью. Кстати, на этом участие пловца в Олимпиаде не заканчивается. Впереди еще соревнования. Будем ждать новых побед.